здесь я вижу смерть, вижу свет, как видят след. Всем привет, с вами Давуд, и сегодня мы продолжаем Dark Souls после долгого перерыва. Я решил, что мы пойдем... Подожди секундочку, почему... Я оттолкнул лестницу, написано было. Тут была подсказка, что это типа короткий путь. Но особо не доверяю этим подсказкам. Вы все знаете, в Dark Souls любят троллить друг друга. Ой, блядь. Ой. Ой-ой-ой. А ты кто такой? И почему я не могу на него нацелиться? Прыгай, Вадим! Так это какая-то новая мразь или старая мразь, я не знаю, но эта мразь меня чуть не убила, и почему-то у меня увеличивается, что это там, кровотечение? Заебца, оно будет так увеличиваться, пока я не сдохну? Впереди нужен факел. Ой, блядь! А, это... Секундочку, а что мне сделать теперь? Я сдохну просто тупо. Впереди нужен факел. А где нужен факел? Наверху, внизу. Я теперь умирать буду просто тупо. Откуда я? Где я? Бедный Вадим, где ты был? Куда ты попал? В наушниках играть Dark Souls как-то не то что страшно, а просто они прыгают из-за угла, всякая хуйня происходит, и так сейчас у меня опять взорвется очко. Да, и что дальше, я не понимаю, что мне делать. Что мне делать, я умирать просто? А, вот прошло. А, это короткий путь. А я не понимаю, хах писать это типа... Это короткий путь куда? Что? Блять, я сделал круг просто тупо, да? Каким местом это шорткат, я не знаю. Короче, Вадим, нас с тобой наебали. Будем бежать обратно. Это короткий путь назад. То есть это не короткий путь вовсе. Ножи метательные. Вот через это... Через этих мразей сейчас надо будет бежать. Они вылезают из земли. Бесконечно. Но они относительно медленные. Ну... Толкнуть ты не можешь, что ли, тварь, блядь, ебаная? Рыцарь ебаный, блядь, толкнуть за бока не может. Что случилось? Что-то они лаганули как-то, да? Ой, блядь, ну Вадим, ну что ты так делаешь, а? Как же так, а?
Да идите нахуй. Ой, блядь, зря это сделал. Сейчас меня эта тварь еще покусает. Иди, иди сюда. Ну что они меня не агрятся? С висячим хуем. А что то Вон, они вылезают еще, так что смысла нету. Ну, тут один уебок, он опасный. Вот это вот. Оп! 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 О! Нормально, нормально. Да не надо, мне не надо целиться в него! Ага, за 2 километра, блядь, с висящими с вами лопатами ебаными. Туда мы не пойдем, я так понял. Так, а там какой-то чувак. Только что пошел. Это человек, по-моему. Ну, в смысле, это его душа. Как мне до него добраться? Ой! Ой! Ой, иди нахуй, а, братишка. Попробуй атаковать. Какой ты умный. А я думал, не надо. Так. Злочастное место близко, которым я сдох. Тут где-то эти очкуны. Нормально, да, нормально! Нормально! Ну что ж, я вернулся на то самое место, где меня уебали маленькие... Ой, блядь, хуесосы. Ну иди сюда, чё ты маешься, сука, иди сюда. На нахуй, педрила. Так, чё у нас тут наверху есть? О, вот там меня уебали, я помню. Пиздец, про это я забыл. Только что вспомнил, как только они залезли. А чё у нас тут? А я не вижу, если что. У меня камера блокирует, так нечестно, нет? Нормально вообще, да? Педрилы ебаные. Кто там впереди у нас? Тут еще маленький говно какой-нибудь вылезет сейчас. Ловушка. Ага. А. О, какой красавчик, а. Вылезай, сука. О!
На меня так чурки нападали на базаре. По одному никогда, сука, не вылезут наверх. О! Сколько этих? А, блядь! Да вы то охуели, что ли, блядь? Как говна, блядь, ебано, понос. Ну это же пиздец полный. Откуда? Откуда они вылезли? Я сейчас умру, нахуй, и чё дальше? Дальше мне пизда будет полная. Мне придется это говно блядское опять проходить. Я же забуду все эти ловушки ебаные. На нахуй, блядь. Я знал, что хоть говно тоже вылезет. Я не могу этим пользоваться. Да, меня такое уже запустили один раз. Дайте мне костер, что ли, нет? Это хуесос быстренький, да, там? Я остыну сегодня или как? То есть он может остановить мою атаку, атакуя меня. Он может. Блять! Опять. Ну что за хуйня, блять? Ну кто так делает? Еще один. Ну иди сюда, сука. Это полная хуйня. Полный пиздец. Сейчас еще один будет? Ай, блядь, только не ты. Ёб твою мать, а. Еще кто-нибудь, какое-то крылатое говно какое-нибудь прилетит, осталось только еще, да? Сейчас горгульи оживут, на меня нападут, вообще заебись будет. Я иду по этому пути, там еще одна была лестница. Но мне что-то подсказывает, что мне надо идти сюда. Что-то мне не нравится, что они там... Кому они молятся, сука? О, а там костер, да, тот самый, да? Это же там? Это не там. Да. Здравствуйте.